Здорово, братишки, меня зовут Ася Поспик, и сегодня мы будем делать всякие разные причесочки. Я для причесочек заказала и детские наборы, и взрослые наборы, вообще разные наборы. Сейчас, подождите. Вот эти наборы и плюс стайлинг, который я распакую первым, но он мне еще не пришел, но он будет в этом ролике. Стайлинг. Также куча прядочек, штук, которые помогают делать, ну, прически. И секретная коробочка бокс для причесок. Перед тем, как я все это распакую и затещу, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, если ты тоже хочешь какие-то такие наборы, или если ты когда-нибудь делал прически классные, или если ты не умеешь делать прически. В любом случае, короче, поставь лайк, пожалуйста, и подпишись на канал, для меня это очень важно. И колокольчик нажми. Также напомню про то, что у меня есть телеграм-канал, там мы обсуждаем всякие штучки, я рассказываю, когда у меня стримы, я рассказываю какие-то закулисья, вы также решаете вопросы по роликам, то есть там я с вами совещаюсь, поэтому обязательно не забудь подписаться, ссылочка будет в описании, вот тут QR-кодик, так сказать, так что встретимся там тоже. Итак, начнем вот с этой штуки. Здесь какие-то штуки для причесок. Я, кстати, позвала нереалка, подойди. Чизкейкс. Чизкейкс. С нереалкой мы будем тестить всякие вот эти штучки. Как видите, у меня не такие длинные волосы. У нереалки как будто нарощенные волосы, но это настоящие. Я недавно, кстати, постриглась. Это вот, прикинь, вот качество. У нее длинные волосы, поэтому все вот эти штуки мы будем тестить на ней. И некоторые на мне. Косички, например. Я косички делать не умею, поэтому она будет мне делать. Все, можешь уходить, я сейчас боксы распакую. Пока. Ну шо, мой канал. Могу выгонять всех, когда захочу. Первый наборчик. Это набор аксессуаров. Стоил 116 рублей. 116 рублей, ребята. Это я на Валбересе заказывала. Я почти все заказывала на Валбересе. Вообще было бы все, если бы не стайлинг-набор. Вау! Да, в общем, в набор идет расчесочка. Ну, тоненькая расчесочка, конечно. Ну, нормально, нет. Вот так, на пробор делить, очень хорошая расчесочка, тоненькая. Вот такая штука для причесок. Здесь сзади написано, что это сделать эти косички. Дальше, вот такая штука. Я не знаю, для чего она нужна. Напишите в комментариях обязательно, для чего она нужна, прежде чем мы разберемся, для чего эта штука существует. Сердечко. И тут еще какая-то пимпочка. Это вообще у меня даже догадок нет. А вот это вроде как, чтобы делать хвостики или шишечки. Вот такие две штучки лежат. Следующий набор для причесок. Ну как, для одной прически. Это пучок, и он на такой закрепке, смотрите. Опа! У меня таких, кстати, никогда не было. Я не знаю, зачем закрепка, можно же было просто круглый сделать. Но тут, по-моему, должен быть какой-то замысел. Может, как-то, знаете, типа волосы вот так закатываешь, и потом... Все равно фигня какая-то получается, но тоже неплохо. Вот, сегодня ее попробуем, опробуем. Также там в комплекте идут две похожие штуки, как из того набора, который у нас уже есть. Да, точно такие же штуки, как из прошлого набора. Прятки. У меня два вида прядок. Первое это вот цветные, а вторые самбре. Тут по 9 штук прядок. Ой, кстати... Вы прикиньте, вот эта фиговина стоила 251 рубль, где всего одна эта штучка, а вот это 116. Это как вообще? Почему 216, 250 рублей? Мне кажется, меня обманули на деньги. Вот это набор прядок, стоил 438 рублей. В общем, здесь 12 прядей, нифига себе, я думала, кстати, там 9. Та-да-да-дам. Реально, смотрите, как дофига прядей. У меня есть палитра прядей. Вот так она выглядит. То есть тут вот столько цветов прядей. Кстати, по-моему, есть похожие цвета. Короче, вот. Они похожи на цветную бумагу сдалека на камере как будто. Я предлагаю одну посмотреть по качеству. Смотрите, так все вот прям запаковано. Каждая прядочка. Все так аккуратненько пришло. Ой. Что-то не получилось. Ну, на пряди не так много волос, на пряди очень мало волос. Как будто прям... Вот прядка прям, реально прядка. Она на заколочке и просто вот так цепляется на волоса, я так понимаю. Но она прям, я не знаю, она прям тоненькая, она прям супер тоненькая. Вот на этой штуке кажется, как будто это прядище. На самом деле это не прядище, это прядулька. На ощупь очень нежненькая такая. Но это мы сразу затестим. Ну как? Фигня какая-то, да? Нет, но выглядит, как будто я просто, знаете, нитки или ленточку вот сюда прикрепила. Выглядит, как будто не очень естественно. С этими цветными прядками все понятно. Но у нас есть еще прядки амбре. Как это мило! Они положили в подарок резинку. В тех прядках такого не было. И они стоили еще и дешевле. Они стоили 410 рублей. Здесь тоже 12 прядок и еще резинка в подарок. Эти прядки мне нравятся больше. Они скотчем перематаны. Их кто-то уже открывал до меня. Ладно, я забираю свои слова обратно. Когда никто не открывал прядки, мне нравилось больше. Хотя, смотрите, я не знаю, открывал нет, потому что вот эта штука прям на скотче. Может, они сами так залепили, потому что все-таки наклейка-то поверху идет. Нет, она была как будто открыта или не приклеивалась вот эта сторона, и поэтому они залепили все скотчем. Вот такая приятная резиночка. Спасибо за подарок. И вот столько вот волос. Вот такие все разные, и они еще все двухцветные. Все самбре. Тут есть прядки наоборот, ребята. Смотрите.
Вы поняли? Ладно, давайте смотрим качество прядки. Божечки, как сложно их доставать. Вот просто это, как будто она внизу уже запутанная, понимаете? Просто, чтобы вы понимали. Сразу же, просто из прядки лезет. То есть я просто провела по ней рукой, потому что она была запутана. А с той прядки так не лезла. Так, по-моему, это еще более странно выглядит, да? Ладно, выпрямлю я волосы ради этих прядок. Отстой. И новый набор. Это набор с резинками за 438 рублей. Надо было не показывать вам коробку. И это прям вот такая милашная штука. Смотрите, здесь должно быть куча резиночек. Не знаю, сколько. Тут не написано, сколько. Могли бы написать, сколько там резиночек. Я что, должна помнить это? И посмотрите, как это мило выглядит. Вот такая вот коробочка с зайчиком. Все здесь хорошо упаковано. И чтобы не повредилась коробочка, они засунули еще вот в такую коробочку. Ладно, давайте для вас. Папау. Тут есть кольцо. Надевай. На среднюю длину. Нет. Ты видишь на своих подписчиков? Кольцо нормального размера. Сразу видно, что подходит всем. О, мизинчик. Так, что у нас тут есть? Резинки. Резинки потолще. Нет! Они все высыпались. О, какой ужасный пакетик. Вот такие маленькие тоненькие резиночки. И вот такие резинки. Следующее, что у нас есть, это вот такие заколочки. И вот такие заколочки. Тоже не знаю, как их описывать, но в любом случае вот столько всего нам прислали в этом наборе. Я предлагаю начинать тестить. И тут дали прядь. Вот, честно говоря, как будто моя, зацените. Но. Волос как будто обычно блестит. Я просто маску именно вот на эту прядь нанесла. И все. Так, предлагаю сначала нацепить на нереалку все пряди. Кстати говоря, вот эти вот одним цветом, они мне больше нравятся, чем вот эти вот какие-то амбре. Кстати, вы можете тоже проголосовать, какие вам нравятся больше пряди. Реально, напишите в комментариях, какие вам больше пряди понравились, которые с амбре или без. Мне, наверное, ну да, наверное, без круче. Ну, без у них как будто бы, ну, знаете, как я обычно крашу, такое чисто. Так, о, это какой-то цвет... Тоже розовый. Ну, это грязная полукровка розового. Так, хорошо, что у нас есть расчесочка. Все. Все, я все заказала, как будто все продумано. Так, я соберу и сделаю тебе, типа, поняла, скрытое окрашивание радугой. Поняла? Да. Поняла? А ты точно профессиональный стилист? Я не стилист, я парикмахер. А, парикмахер. Так, какой цвет первый? Красный, каждый? О, трэш. Это твои волосы или нет? Мне теперь будет страшно, ребята, если я буду видеть какие-то розовые волосы. Что сюда она сделала? Покажи, как там ты цепляешь. Нет. Ну это же скрытое окрашивание. Зачем оцеплять красиво? Точно. А если нет желтого, то что делать? Давай покрасим. Ребята, сразу 4 звезды вместо 5 на Валберес, потому что нет желтого. А как радугу делать? Я уже 2 цвета сделала. Повернись. Они отзываются радужные, а вот на самом деле-то и не радужные. Трэш. Надо было ей голову с париком купить. Она просто... Она сначала пыталась меня свалить, а сейчас я такая пыталась прилепить, знаете, иду за головой, она такая... Да-да-да. Иду туда, в другую сторону, такая... Ладно, главное посмотрим на результат. Что внутри этого прозра... Блин, она не цеплялась. Места не хватает. Я нашла вот такой комментарий, где меня попросили снять влог про свою жизнь и шопинг. Вот, если вы хотите, напишите обязательно об этом в комментарии, поставьте лайк, если хотите. И поставьте лайк, если вы тоже говорите, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, когда вам нужно что-то радужное. Ася. Повернись спиной. Смотрите, что получилось. Ну, как? Ну, подальше сядь. Вот так. Вот, получилась вот такая вот радуга. Красный потерялся. Вау. Вот. Я бы это, короче, сейчас... радуга. Вау. Да ёптель-моптель, поставь, подожди, дай волосы показать. Она вообще непослушный ребенок. Смотрите. Я переросток ребенок. Так, а теперь опускаем резинку. Вот так. Ой, простите. Ну вот, смотрите. И вот так. Какое скрытое окрашивание получилось. Вот так типа не видно. И вот так делаете. А дай что. Вот так, оп, поднимаете, и вот так получается, типа, скрытая краска. Ребята! Вот так, кстати, реально кажется, как будто настоящая. Если бы у тебя еще волосы мои, розовые, да? Были. Дай сфоткаю. Сейчас будем реакцию ее делать. Давайте. Она не фокусируется. Вот такая фотка на лице нереалки. Смотри. Ну ладно, она уже видела, вообще неправдоподобно. Она такая говорит, давай, покажи еще раз, я сделаю эффект вау. А у нас на самом деле... место на камере закончилось, и потом да. Пришлось сделать перерыв. На самом деле, мне очень понравилось, даже уже выложила в запрещенную соцсеть, кстати, фотку свою. Она реально очень круто смотрится, мне очень нравится. Ася, как видите, выровнялась, теперь я ее Brow Master Stylist. Так, дайте мне, пожалуйста, резинку. Большая резинка. Честно говоря, эти вот резинки, ну, я ставлю...
дизрайк. Вот такая вот у нас карамбулька. Не та, что рассталась с Слава Мэрл, а вот другая. Так, погнали. Вот такие вот две, а это вот потемнее, это посветлее. Давайте с правой стороны, я все-таки ее вижу часто с правой, мне нравится больше вот этого порядка, поэтому будем с этой стороны ей такую. Сейчас у нас будет не радужный эффект, а такой, знаете, interesting balls. Она специально так сделала. Она специально это сделала. Я делала это не специально. У меня по-другому не получалось. Да я не специально. Нифига. Она еще вот так. Мы решили подстричь прядки, потому что они длиннее, чем мои волосы. Но эти потуже. Эти вообще, они не тугие, вот эти вот заколочки, а вот где одна, один цвет, они вот прям тугие-тугие. А! Подожди, подожди. Вот сейчас вообще не разговаривай. Вот сейчас буду... А у тебя точно есть диплом визажиста? Вы визажисты вот так делаете? Вообще огонь. Ну вот это вот, конечно, эти переростки какие-то. Надо их обстричь. Ну вообще очень красиво. Такой стайл? Нереалка. Розовый. Покажи сзади. Yes, yes. Давай, покажи сзади. Ну вот, смотрите. Такое, знаете, нюд стайл. Оригинал. Как будто таки родилась такие. Ну надо подстричь. Согласна, согласна. Надо подстричь немножко. Ну, ребята, зацените. Вот видите, тут такой розовенький, тут голубенький вот такой вот. Здесь тоже. Видите? Вау, вау. Скажите, сделай мне тоже так, а вот... Ау! Ну, девочка-анимешница такая, йоу, ребят, сегодня будем показывать фигурки из аниме. Можно фотографию Арианы Гранде и меня? Нормально? Ребят, а что вы хотите? Она бесплатно меня сюда пригласила. Нет, подожди! Это что, парикмахер платит, чтобы им делали? А я не... Да посмотри, что с ним? Блин, нормальный класс. Я так ходила в школу. Ты меня сейчас булишь, мою младшую? Нереалку. Но я-то не хожу в школу. Давай у тебя... Вы видели? Давай. Мне за эту находку такую премию дадут. Ага, блин. А за что? Подожди. И вот так вот мы еще сделаем. Вот так. Такую радужную небрежность. Диплом визажиста парикмахера. Это я художник, я так вижу, я парикмахер, я так вижу. Скажите, вау. Не, ну вообще, Тори, как тебе? Ну необычно, да? Такая девочка, ну... 4 года делала. Да, я говорю, сразу меньше лет. Покажи. Ребята, сколько бы вы ей дали тут лет? Вы увидели образ number one. Итак, давайте сравним. Образ number one мой. Образ номер ван нереалки. Посмотрите просто. Ну, просто прятки, да? Очень красивые, очень красивые. Просто прятки, так тут тоже просто прятки. Ну ладно, хвост и заколки еще. Ну, она выровняла, чтобы я ей сделала прятки, и она была бы герл-чикой. А в итоге бэйби-чиком. Трэш. Трэш-контент. Ладно, расплетаем и делаем следующую прическу. Да. Через секунду встретимся. Так, мы сняли все, что у нас было на голове, и сейчас мы будем делать прически. Да, ты будешь делать не первый, вот с этой штучкой. Тебе она все равно не понадобится. Короче, мы делаем хвост. Сначала мы делаем хвост. Давай, озвучивай, ты же парикмахер. Да, короче, мы сначала делаем хвостик ей. Он сложный делать. Теперь расчесываем эту штуку. Ну, хвостик, который у нас получился, чтобы здесь были... Ты хоть волосы-то мне там оставь. Оставила. На, теперь вот эту штучку делаем. Вот, посмотри, какой у тебя прям. Такой, симпошка. Так. Смотрите, мы там волосы повесили, кстати. Да, это очень красиво, ярко. Так, вот так вот берем и вот так вот сделаю. И так вот заворачиваю. Ой, мне кажется, какой-то водичком, что ли? Ну, нет, вряд ли. Блин, трэш, сейчас. Вот так. И, ой, а чё она такая маленькая? Это норм? О, сейчас. Ой, нифига себе, у меня как будто какой-то кулек на голове. А мне нужны теперь невидимки. Шпилька в студию. Дальше. Мне кажется, или там сзади видно, что там это? Ну, может, спереди снимаем. Возможно, сейчас посмотрите. Посмотрите, что там. Оцените, пожалуйста, в комментариях работу визажиста, парикмахера от 1 до 10. Напомню, у меня есть диплом и все ваши аккаунты. Уже не видно. Вау, очень красиво. Вау. Не, реально нормально. Мне нравится. Real talk, yes. Запах Дживанши, ночь. Так, следующее тебе я делаю. Ты что? Трэш, я боюсь, что это. Вот будет. Этот набор получился вот так вот. Смотрите, берем вот эту штуку. Берем мини-расческу. Трэш, это что? Писк сезона, молчать всем. Потому что волос дофига, они сюда слишком трэш, много. Трэш, простите. Я сделала низкие, это, по-моему, мне кажется, для низких. Ну, вообще прикольно, да? Надо просто купить 2 таких набора, да. И сделать. Такая девочка сигнала. Не могу, не могу.
знаю. Ну, короче, примерно как-то вот такая шишка получилась. Все, давай расплетем ее. Давай. Это вообще как-то фигня, короче. Вообще фигня! Посмотрите, вот в эту штуку нужно засунуть волосы, вот так закрутить, и вот так сделать, и это должна быть шишка. Но она держится, во-первых, это конус, а не шишка. Во-вторых, она вообще при любом воздействии, она ломается. Трэш, вот хвост не делали в школу, знаете, неважно, жирная голова, не. Ну, ребят, у нее волос просто вообще трэш. Как, ты не, за, ну, не устаешь? Да нет, я люблю волосы. Берем вот эту палочку. Да. В эту палочку, короче, вставляем. И потом, вроде как, нужно вот этой штукой продевать. Трэш, мне сейчас будет очень больно. Я знаю эту прическу. Вот сюда. Я знаю эту прическу. Мне сейчас бы станет очень больно. Как ее продеть? Смотрите. Сквозь эти заросли невозможно продеть с этой маленькой штуковиной. Это же вообще... Треш. Короче, на волосах нереалки такие штуки не работают. Она слишком маленькая. Я не куплю. Вообще просто я прозрачная. Не куплю. Это ее волосы не держат. У нее волосы тяжелющие. Вот эта штука просто расстегивается. Отлично распущенные волосы. Отличные прическа. Я пока с одной стороны делаю, мне с другой стороны выпадает. Все. Все, не работает. Набор не работает. Я не говно. Сапелька. Конечно, у меня тоже такие, мне кажется, вот такие, мне, может, нормально было бы. У нее волосы, во-первых, вот просто, ну, огромное количество волос. Если я когда-то буду... При учете, что у нее есть выкрашенные волосы, которые поломаны. Ее волосы просто жгут какой-то. Их, они, я не знаю, как объяснить, смотрите. Реклама моих волос, ребята, если я когда-то буду продавать. Плюс ко всему, ее волосы. Это, она их не выпрямляет, понимаете? Это просто прямые волосы, потому что у нее такие волосы прямые. Также еще для причесок мне пришла вот эта штучка. Это стайлер для волос. В общем, наборчик такой был. Я чувствую себя маленькой принцессой, когда на это смотрю. Вы нет? Понимаю вас, конечно, в какой-то мере. Совсем не варварский. А ну иди сюда, дурацкая... Штуковина. Картинка с задником и инструкцией. Кстати, красивая картинка. О, еще два блистера этих украшений. Сама эта штуковина. Смотрите-ка. Эта штука. На нее нажимаешь. Вот здесь она перещелкивает вот эти вот защелочки. И внутри лежит блистер. А как ее поменять? Также в наборе идет цепочка. И вот такая цепочка с листиком, без застежек. И посмотрим, какие у нас еще вот здесь блистеры. Тут много блистеров таких вот с всякими стразами, которые можно крепить на волосы. Нифига себе, раз, два, три... 14 этих бластеров для волос. Кстати, знаете, что удивительно? Я думала, что это будет супер дешевый какой-то пластик. Ну, супер, короче, не очень, но... Это пластик, понятно, но он не такой, знаете, на ощупь не такой дешевый. Помните, у нас был маникюрный набор? Кстати, ставь лайк, если помнишь маникюрный набор. Ну, там был прям дешевый пластик, а этот какой-то плотный пластик. Хотя, знаете, 1000 рублей. Эта штука стоила 1000 рублей. 1060 рублей, я вспомнила, да, тогда понятно, почему здесь упаковка такая. Положили цепочку, потому что эта фигня просто как дырокол. Это дырокол за 1000 рублей. Я купила себе дырокол за 1000 рублей с блестками. Боже мой, какой... Какой обман! Какой ужас! Я чувствую себя безумно обманутой, но все же смиримся с этой мыслью. О, по инструкции, смотрите, вот сюда нажимаем, и эта штука достается, и сюда можно вставить любые блестки, которые нам нравятся. Здесь сейчас лежат вот эти. Я хочу вот такие сердечки. Если не видели, это просто наклейки на кругляшке. Клеим на волосы. Берем прядочку, вот так, и просто проделаем прядку вот так. Я сейчас сделала прядку, он приклеился вниз. Ну, может быть, смотрится немного странновато. Но в конце концов, изобретение работает. Но я реально чувствую себя офисным работником, который приклеивает стразы себе на волосы. Кстати, смотрите, реально выглядит очень даже миленько. Но зато очень быстро. Вот так, смотрите. Ну, разве не милота? Напишите в комментариях, как вам этот бластер, и как вам не просто дырокол для наклеечек за 1000 рублей. Да, я уже 10 раз это сказала, но я повторюсь, потому что все же это так и есть. Но выглядит супер миленько, и мне кажется, детям такое вот прям понравится. Можно, по сути, просто наклейки тогда на волосы клеить. Просто проверим. Я беру наклеечку и клею на прядку. Удивительно, все работает. Ребята, самая бесполезная вещь в мире, которая еще и украла мои волосы. Ну что ж, на этом все, вот такие прически у нас получились. Отличные прически. Какая прическа вам понравилась больше всего, напишите в комментариях. Вот мы вас. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока-пока. Пока.